Ура! Получила подарки. Две посылки от моего сына. Это так приятно, классно. Буду распаковывать. Это то, что заказывала я, то, что я выбрала. Мне нужен был штатив с подсветкой кольцевой. И сыночек мне заказал. Я его успешно получила. Вот такая лампа кольцевая. Лампа подсветка, диаметр 30 сантиметров. Вот сам штатив. Он крепится на стол, фиксируется. Чуть позже его соберу. Полностью. Теперь открою вторую посылочку. Это уже подарок, выбор моего сына. Он решил, что мне такая штука просто необходима. Написано, что это трипод для камеры. Посмотрим. Достаем. Все упаковано. Запаковано. Вот такой чехол прикольный. Вот и сам. Трипод. Офигенский. Такое качество классное. Там сразу видно, что качество классное. Все такие детали прочные. Это регулируются ножки, высота. Я очень довольна, вообще супер, класс. Конструкцию успешно собрала и подключила к электричеству. Вот так она включается, лампа. Делается ярче и меняется теплота света. Теплее, холоднее. С помощью вот этого пульта. Есть еще вот такой пульт. Для чего он, я пока не знаю, еще не разобралась, не читала инструкцию. Ну ничего, я думаю, что разберусь. Пульт похож на то, чтобы делать фотографии. Здесь какая-то кнопочка сбоку. О, загорелась лампочка. Наверное, надо как-то сонастроить с телефона. Ничего, разберусь. Сынок, благодарю тебя за подарки. Люблю, целую, обнимаю.